хотел кое-что сказать. Немножко. Я вообще не любитель говорить. В последнее время мне кажется, что та музыка, которая называлась раньше гип-хопом, умерла. И то, что происходит сейчас, это не то, что на самом деле должно происходить. Я не то чтобы такой старый, да, я, возможно, моложе многих из вас, но как бы немножко странно ощущать постоянное вот это вот... Это такая, знаете, рука рынка, которая диктует условия, и тот, может быть, тот эмбиент, короче, который был вокруг хип-хопа потерян навсегда. Вы... Нет никакого братства, любви, доброты и единения. Я бы сказал, что существует нечто обратное. И... Вы знаете, ну, да, допустим, да, вы помните такую хуйню, да, типа, кто-то, может быть, старенький есть, такой же, как я тоже, да, типа, когда Влади из касты читал фристайл с МС молодым и так далее, типа, это было прикольно. Сейчас мы такого не увидим, потому что каждый из артистов, ну, практически, он просто не готов взаимодействовать, он слишком замыкается на себе, или, может быть... Короче, господа, это было просто типа словесный понос на самом деле. Хотелось поделиться с кем-то.